Нижний Новгород присоединился к инновационной европейской стратегии в области питания, к Миланскому пакту городской продовольственной политики. Представители структур ООН и руководители городов-участников пакта со всего мира собрались в Казани на международном форуме «Здоровье города, здоровое питание детям». В своем докладе Юрий Шалабаев поделился опытом Нижнего Новгорода в организации работы молочных кухонь, где родители маленьких детей бесплатно или за свои средства могут получить продукты из натурального молока, без красителей и консервантов. 44 раздатка уже работают во всех регионах города. Молочная кухня обеспечивает своей продукцией более 300 детских садов Нижнего Новгорода и 55 тысяч детей школьного возраста. Для увеличения количества детей, получающих бесплатное питание, мы открываем пункты в каждом микрорайоне. Вот за последнее время открыли дополнительные пункты, молочные пункты в 5 микрорайонах города. Для сокращения времени на получение родителями бесплатного питания планируем внедрить данную услугу через портал государственных услуг. Также уделяется внимание и своевременным видам коммуникации с горожанами, ведется активная работа в социальных сетях и оперативно рассматриваются заявки нижегородцев, оставленные в электронных онлайн-системах коммуникации с жителями.